Надо чаще встречаться. Такое предложение сделал своим доверенным лицам президент России. Владимир Путин пообщался с теми, кто поддерживал его во время предвыборной кампании. Это всего 550 человек со всей России. Но мне бы хотелось сохранить этот большой коллектив. Сохранить для того, чтобы была возможность с вами, ну, хотя бы пару раз в году встречаться, сверить часы, потому что 500 с лишним человек – это, конечно, люди самых разных взглядов, в том числе и политических взглядов, но это и хорошо, потому что это даст возможность посмотреть на проблемы с разных сторон и даст возможность и мне, и вам посмотреть, что же делается, что реально происходит в стране, чего мы добиваемся, каких результатов, а чего не удается и почему. Все вопросы доверенные лица задать просто не успели. Многие передавали их в письменном виде. Такие встречи президент намерен проводить регулярно, как минимум 2 раза в год.